Бзирашимас хатрыску ателихопшча, коллегача, хара аусхуит апсу ателихопшра апресс-центрача, яхатсасны дахту, апсны тагыла защитча декорза аминистр Лев Константин Ипакуцне. Взилаша обед Лев Константин Ипа. Шабзинка, взижвай. Хапха ишту афера царат сезон, уила сыласа яхыл чауа, абнат балыраквау, хайрачоп, яхя арака хазлачажуша, а темаква, хатырску коллегача, а пресс-конференция цынацы, шуздараква, шурмазерца, алшара, шуму. Ушта хайсы баздараквараф. Лев Константин Ипа, рабхат писасара басып шиқуп, сынпа а пандемия хвена игуянна аузырге а турист сезона аты туй макяна гецараячуп, ушта хыркшара ханиуэт хэгэ хварц алшуэт, лка аквак қауцар алшара ығуп, а бракай хам хварц алшум, сынпа а тыпызмаз амашыр, а турист пхюс алтахара, изыхкуи арюза атагыла заша аша кугылара. Сейчас рыткала разыхана, Дара заезжлым хана хачазыка зара таху. Хара уже бри хатала и икала захтыса обри апхызбал тахара охоп швазар на суи ва яра яма тарпаквара чоп. И хара зак яра дла на кузыцоз яра изыктуа за техника на кузыцоз хучик и ахарадзак из мирман шалит, и шахтаз датсам нукует. Яра яма апкарраква хара яхзлах нарбола, уи нас яха и звалпшеку служба кого бурт яха и гварта заракухап и илдргейт, яхопшит хара яхин за абоза из лагвахта зала яра хучика нарушение ква яхкет. Аха уи ядаге Убысими, убысико экстрим хасабала апсчара чарзуха ними пага уи таара уйцас и тцаану азныгвара тахуп, и яхвапштуп, и яму ашартара козгвататуп. Убраги хучик и яшин язымныгва за калапха гуана гарахаму. Амшина чома, ашхара чома, урт трыцца роби мефызго, А инструктаж за что и рахало то бархуми пкаше и карцаше и на маршрут и шахнуться и убертка я хагу об убри убертка зигеется ну и рхто да бас и кого мешерку. Уже хотела рехтас хазат кило зарфера усаш хит и ну кусту змачки яшем кой хумя пигит хай. Яра ахлапши дрыцаз. Ахлапши дрыцаны из рала из лархала аха Арцигизиги хаджаджа узрыцадзом, дара ирдырва заро пархым епгаща иш на курцаша, аха убыртква зиги назгва, на разгван талаг бриза халджава. Уи нукуз гоз туристы, ну дара яйцын, уа группа хасабла дара рхала рагудзан аздиказ, яйцыгя группа рачаны ештагла, ну а амия кохучики хентоп нас я Тара зуктуа за техника гюбриями корзуха никоп ехин мя пигоза и аха хома када ну ана ара шейкан хочик да да знык да нейтас на суаха из мурчейква яран шейкан пирад и кухайт аха лара у нас свои харакран лара за адзидала хайту адзи хуку анагун. Ария тема ядцу нас харях дыруйте уйпшим анагуара куаран, ашку тагал зарцшаку, а турист шабрелус шпамя пысвы. Харас я тахузе яра хапома, яру саша аш харахи нукома, ярбант группа, губ ях на хакурта сирыму зиги, яйцу, арза халуйна, хахчи ишта зароб дарар маршрут, и яхи кор, яр бана амтан зайку, абар цыги зиги зиги хрхарта кузиге надрва, ацхара араги, ха, амешура, анчей каумцан ахай нукалай, я адрвайт дасуды хео, яхи ко нас, я ирласна, ам такяч ал ацхара арза урт халшут, ани яну зумдуру харас ятахузи, Губ кабрахи коп халварху турта губ рыбша аран тарачани год яра харч гирачани яцу обрия кунто обрия зара харас я таху зи коп а губ кой ауаз штаз галоха я хара дзека ой я кара хрюар тот обрия гана хала ицеки
зара и хабрар чапхе штахарца хабитоп уйцасирек и ирджбарана и ятсну котуп и убри убри ахкана убри харая кахзимдру агубка ха яхаркана и нахто ацха разахамтазра чую. На саре турист сезон, а те маяццо, шара, шу спартахяца, на кой там шинаца, корыцкера, шара, шка, нахяла, егома, партапкара, кой ласку. Харас, я тахузи, уиза, пкара, копи, если шукса, яра сезон, апчара, сезон, яла ганза, район, кори, хабча, наскеру, бриям, шина, гораз, дуз, напияду, обрта, харе, эй, трежера, хабжоб, Санта, Гагра, Аква, Чимчира и Дария, Хацгылан, Хабра, района Хадача, Хацхран, Урта, Уайгази, Халшу, Зала, Мшинаца, Хрцки. И Гирта район, Аркон, Уртки, Харги, Харасия, Тахузе, Чажира, Хаманаха, Ушара, Хамам, я раусу по хаджатсу и хамам ха, у меня ряшку сихзыгам за коза район кого будешь сара джипшна гарата хамнас я барте и гвахта зигахта за бартах район кроп ваке шына джиава пшеча дзиталар па атагла за ашам об наски в яру браги на цухон дзи хазым рыцке коза хаза хамшисым кухо Ой, рай, рачане, яму, па, гомацама, ко, уй, уртатып, корчы, яхто, знак, коргылана, и яра, талара, шықамло, и шықарцаши, рахи, ну, абас, предписание, хэзи, что, ягу, ябзо, анцану, ва, дара, яра, бря, мшын, яхылап, шуа, районы, хабача, и рымоп, и рдруит. Калекача, а туристы, то, нага, нахала, стара, кухакарши, мазыри, фтирц, шолшойт. Мам сертачатем кахаяс. Абриекела шурам шуна талара ва шартар зло тыпкора шо. И глума ушим да талара шамуа зло адырга ква. Шпичка убрач. Сара бржа айгуа хам шрабхи сахоп шуан. И ва и глупа адырга. Ва шуна талара азин шикам. Наски харат или хоп шралом и русский. И рахот брием шины, адзием шини хейлало, айгуа сигуа, юнижу беш метра каркон за айгуа, айгуа за айгуара, адзи талам шина талара зин шықам. Уи шацу ашартар. Харас я тахузи район цепхедза уса зэхин джирайка маха ара келашири шушдыру епшам ашир курачани калахет у бриякантна харала. Харахатагила, сила, сахазу, лумхау, агватара, ярехепия, акала, кехадаги, и дырвит, уягана, хала, апа, уже, уякарау, дейра, кухамам, избанаг, зари, гвахтот, ацхрара, хартот, яреубри, жран, зишисо, зевшам, шина, рыцке, рома, эгиса, ярем, шинге, Амцху хара адсараса зина шықам абри ерайаму хуаку ге азгватан. Уги сычни гваталад обизбан агузар абри бойок хезишто. Уги амшин яна гоа бачкур паракуана а уртку зиги рхылап шылуд обия сайра ацхара аратахуб. Уиза узко уже харак апа уиза мяпесу. Амшина тидза агула зара статистика хокаргом. Амшина че сынта Ран чекан по аджигитым заокрылайт, шача аджигадзидаган, абра апсынака даанагет, ара хара даха уанпия дырра хартан, хара дам ахгидадзе. Эгис амшында амшынаган, эгис аджачы хжараны тапаанна кло, тхуюкадзе егейт, Джадзида хочет и гирт из хказра дзрагара его сияхзена. Ну, а джуэнаса еще и шиждеруэпши бзып яла хазадзага булту. Эги гирт ахтасы и гирт атаглаза ащача урты наса. Ярадзача ма ргуан часны и гину бис
избан акзар хара уизат дуку хамадзам уж дзда дагарш на скудры гиурт урца дз хилласо дзхен та Коран шамахам зар уизат глаза ашрац. У меня два вопроса. Значит, первый, внесла ли нынче в работу МЧС Абхазии какие-то коррективы коронавирусная пандемия, и если да, то какие? Первый вопрос связан с эпидемией. Значит, как вы знаете, мы с первых дней наше медицинское управление, когда была закрыта граница, мы несли службу. Наши медсестры, фельдшера работали на границе. После того, как, безусловно, границу открыли, мы работаем в штатном режиме. Но главный вопрос к нам, это вот связано с дезинфекцией. Практически мы, вот последнее время, и сегодня наши ребята работают в новом районе, подъезды дезинфицируют. И когда мы получаем сигнал, в принципе, пока физраствор и есть, ребята, не все необходимые средства для выполнения этой задачи у нас есть, и мы держим на контроле. А так все основное, это вот Минздрав занимается этим, за исключением, если помимо всего к нам обращаются больные, тяжело больные, не связано с коронавирусом, просто если надо будет вывозить за пределы Абхазии, у нас это практикуется уже вот ближайшие 2-3 месяца. Прошлые мы вывезли около 15 больных и так далее. Мы, у нас есть две скорые, кареты скорой помощи, третья на подходе. И когда к нам обращаются, мы согласовываем с Министерством здравоохранения и оказываем любое содействие, то, что в наших силах. У меня один уточняющий вопрос по поводу дезинфекции. Вот вы сказали о том, что когда получаете сигнал, выезжаете и выполняете свою работу. От кого вы должны получить сигнал? Вы знаете, мы должны получить в первую очередь от Минздрава, да, потому что они более подробно владеют ситуацией, с какого дома, с какого района и так далее, и так далее. Или же там учреждения, государственные объекты, ну, неважно, там, где вспышка, то есть в первую очередь от них, а потом и местные, ну, жители того или иного дома, они вот мне позвонили вчера, позавчера, и мы уже выезжаем, обрабатываем, если граждане будут к нам обращаться, пока у нас есть возможности, имеется в виду средства для проведения дезинфекции, мы не будем никого ждать, будем сразу реагировать и делать нашу работу. В продолжение темы дезинфекции, если звонят частным образом, это услуга платная или бесплатная? У нас нету в МЧС никакой услуги платной, начнем с этого. Конечно, это бесплатное, и мы сразу реагируем на эти звонки, и абсолютно для этого ничего не надо платить, и это исключено. Многих интересует вопрос. Сейчас появились вот эти квадроциклы. Там требуются какие-то права на их вождение, или любой турист или кто-то еще приходит в пункт проката, берет и едет куда-то? Да, там есть определенные проблемы для того, чтобы кататься на квадроцикле. Насколько мы знаем, не нужны дополнительные какие-то документы, то есть права и так далее. Люди могут взять спокойно на прокат и ездить. Но сейчас есть определенные группы. Вот именно тот случай, что был на БЗИПе, это организованная группа, люди, группа туристов, которые занимаются, местные бизнесмены, возят их. Они, по идее, они и должны отвечать за проведение этих мероприятий. Но, однако, о существовании таких коммерческих структур, которые занимаются
прокатом и так далее, нас, к сожалению, никто не ставит в курс. Мы просто узнаем, когда, к великому сожалению, какие-то чрезвычайные ситуации, когда случится беда. Хотя я считаю, что это все надо согласовывать, должны быть, наверное, какие-то разрешительные документы, и в этом случае, конечно, оно каким-то образом должно к нам и касаться. Я могу сказать, что даже если взять транспорт, гаражи, где обслуживается, и городской транспорт, и вообще таксопарк, если так таково они официально существуют, то мы имеем полное право приехать, посмотреть, есть ли у них средства пожаротушения, потому что имеется в виду это оснащенность транспорта, в машине присутствует ли огнетушитель и так далее, и так далее. Есть определенные вопросы, они были всегда, и они должны, они актуальны, потому что не случись на трассе, это не исключено, авария и где-то какие-то возгорания и так далее. И в машине должны лежать и как аптечка, так же и средства пожаротушения, имеется в виду огнетушитель. Потихоньку мы подводим к тому, что все эти вопросы будут рассматриваться, будем требовать, и это на законном основании. Уахасар Камсар Ариатемала Хаясубдаша Темака Лев Константин Ипа Иртагыла Защу Зияха Ахучбахчакуй Ашколкуй. Раз я тахузи у Зехинджера, у Зехинджера и Баабсуб, Зиги Кацоб и Кацам Харяшамаха и Харака Усаду Тулатупи Рачана Избанакзара. А школа, что я рабри, амцарчера, шартера, их не я таху, амат, матварку, и дары, и мачу. Уизиги-зиги из той харака, уизиги харджацу. Хара школку гуахтот, и юни рахтот, я таху, абас, и кацату, аха, дара, гараси тахузи, и кахцар таху, аха. Алшарахамам, харай, хабрай, кунги, уезара, знаком, коинтум, кочурага, хедья, хеги, уезара, яртны, инхойт, зигзхкота, глаза, ша, и алшарахам зароб, и сышкусе, хай, хай, хой, ауит, гуана, гарасума, позже, сантапи. Аж схабки аяй уйти гейхаб, избанак зарс чампия бюджета, че язгварто корачоп, уяга нахяла, айхабара уйдара, хацглот, иртруит, ира наски ацарадыр министр, кухайвхет, ико, ярбан школу, и хацхара раздаху, яга нахяла, наски ярбан кучбахча, курту, зиги, юны, ирзишто. Артхатала пиято школ куртер та глаза ще зипшрує хайцьки умамам саркішпаку. Уртер та глаза ще є уже аквакала кетри аугозори школку хобуса. Ка чо хара уже айгуа є та хакопшон хнені гватара акана. Ва школа кизиги иманшалла не я та хазы предписание хая из я куршина зиги хацо. Дача школа качо уй макяна и куша. У брезы хана харашпа айвэт царадырата министра хе рия школа антала я анкыла тупха. Макяна и ра я кушо я та ху зиги узко нарыгзанца. Ахера уйза цанны кашцала керешкол ханас зыдбахшхаз янгыл зырцау сора як кунгома шутца мам зырге узша уцяло. Я уз ауразын яуэт аха ва яма пачхарака мзга алама юмзыр юмцкала як кошына рыкцо аладыра. Акушахатра карцо, то біз хақып шуғай. Иқарымцар ұсқан? Иқарымцар иқо школа анқылы тұхот, нас кеуе анқылар халшадзом
раз это хуже харая, и вы это шкуй яраякунаго, цара дыратарахи, наски, какие-то службы, хаб, МВД, ганахала, прокуратура, их вот глаза еще. Ушта газа открыла писа шукса, а вот даю разцу, а еще раз цара сезонатра, уйша от леки абнат балараква от апрыму, бзиги бзидзан и атыруит, сынпа изип шрахуэр это глаза еще, уйкам ларца зыхана, шара ярбан усруку и нашукцу, и рабжиш гой. А еще раз цара яхкана, яхарадзека, Яра аше рыцарь, зин змана, аше рыцарь, яра сезон якуршони, нуко урт шама хамзара пархага карцадзом. Ахара рыцара сико убрёб, ярус абджиркна аше рыцара зин змамко ило рачахайт наски аше рыцарь, яра якунаго абджиру кузароб, яра шакунаго уйнастады. Рай, яра ганахала усу, змой, и уртихай, и бзин, и ирдруит. Убрия конпи, скуи анагот, убрия ганахитиги, трогуап, закуан, закуан якушена, закуан яцнуклан, и калар, уиза рыцхарако, каладзом. Уже псаат, ше рыцара наса, уже... Охопши зигим, автомат лама, ир, на пачи, я его обидерла, и шерыцот. Урт, яку на гошку с мамой, уи хара, харахту яца на кцом, харахус, уи из баша, дача служба, кокол, урт, я сгварто за раку хабаха, обри даре, прахаго, обнаски, амци курцам, джерер псыршом, уякара, яхом, шцаку, амца мырчоку, Я фрцнен цокол, мамзарге шора нукол, нас адзиншка, адзин у якаре шартам, абрежу твия сезона, бежу хаста гулу, сентябр, октябр, хучики шартоп из банагузар, ахаскин юни об, абрежу кваз хазеп шарт, ам цирла снег, уэт нас, арас это хузе абхаста, Рачоника на цоте харадзака ашхара корехе. Уах харахнира зихен топ амцарчарахе дары. И амцарчу уад из халадзом брюза тыпко. Макяна уюзал шара хамам хара. Джерах самолетку вертолетла и харчар уюзе это глаза аше хамадзам. Уюзе на так ходзин за это глаза аше нахен тахалаке. Ростылақа коллега шахрахуына өйізі цықырара харталу тақа өйге өсімір ядзам өй ерәтшуына қар жа атсуп зүнігім көйінтім көйізі тіглаза аше хакуша хет. Ехал шо қызы жүрка ахварақ ахцот еснаге күчіні зары дасу ера дәхінеліз дәхіліз дәхітпаз зеге ері еш дәхеріц керту өбірі дәхіліп шыны гамала да зүнік оры Ашу пиджепки кирхот, яра ашурахки арюза амцара конукалаки ашурахки ирзит шоп, ашурах хыцны нак, ашкари хыцны яйцот. Коллега Цвасара Кушимазар еще терцшел. Олег Константинович, хотелось бы узнать немножко статистики, если есть такие цифры на данный момент, сколько пожаров, сколько возгораний и сколько выездов. И хотелось бы сравнить с прошлым годом. Хотя бы примерно стало больше выездов, стало больше пожаров. Вот такие. Ну, конечно, есть общее количество выездов за этот период с января по сентябрь по сей день. Это свыше 700 выездов, точнее 712. Это на вчерашнее число. Пожары и возгорания. Свыше 600-629 выездов. Вот. По сравнению с прошлым годом, на сегодняшний день, подведя итоги, процентов на 10 уменьшилось. Хотелось бы узнать обстановку по труднодоступным местам в Абхазии, высокогорным селам, отдаленным деревням. Как ситуация обстоит сейчас? Может, она улучшилась или как оказываете помощь им? Касаемо населенных пунктов, в принципе,
проблем нет. Это, допустим, отдаленные районы, как Псху, Кодорское ущелье и так далее. На Псху находится наше подразделение, мы постоянно получаем оттуда сводки, мы постоянно на связи, сами иногда выезжаем. Кодорское ущелье то же самое, там находятся и пограничники, и там нету нашего подразделения, но тем не менее владеем ситуацией, если что-то случилось, контролируем, и в принципе с этими районами у нас проблем нет. Скажите, как обстоит дело с пополнением новыми сотрудниками МЧС? Ну, я имею в виду тех ребят, которые оканчивают вот российские вузы по линии МЧС. Кто-то уже вернулся, работает. И если есть какие-то проблемы в вашем ведомстве, то с чем они связаны? Материально-техническая или какая сторона? Спасибо за вопрос. Изначально, когда создавалась эта служба, как и во всех других службах, были проблемы кадровые и так далее. У нас сейчас задача стоит, чтобы в МЧС работали только профильные, с профильным образованием, чтобы люди именно, те, кто выбрали эту профессию, чтобы они получили соответствующие знания. Это очень важно. И поэтому мы предупреждаем сотрудников, которых мы должны отправить уже на пенсию, заведомо знает, что спустя там 2 года, 3 года на его место приходят ребята, которые уже имеют образование. То есть мы тоже сразу не назначаем на какую-то там высокую должность. Соответственно, они должны проработать 1-2-3, показать себя. И вот так поэтапно меняем, и у нас в этом плане проблем нет. Если говорить о материально-техническом обеспечении, конечно, как и везде, и у всех, и они и есть, они и будут. Но решаем совместно, и, безусловно, наши коллеги МЧС России помогают, поддерживают, хотя и там тоже есть, наверное, какие-то определенные трудности. Руководство знает об этом, помогают. Ну, вы же понимаете ситуацию. Есть определенные сложности, и мы не можем требовать вот этого у нас нету, того нету. Ну, теми средствами, которые у нас есть, пока мы выполняем задачу. Хатырску отель хопшча, яхе апресс-центр, джа имя посу за пресс-конференции хоркшоп, Лев Константин Ипай, табу пхашас, хой там табшана, хасара, квартака хикашцас. Табу. Абзерас. Табу, абзерас.